родное красное знамя. Знамя освобождения, победы и мира. Знамя самой справедливой армии на земле. Знамя любимой советской родины. Знамя боевых подвигов. Неувидаемой славы. Героических традиций. Бессмертное знамя. Вот под какое знамя приходит молодой воин. Вот под каким знаменем будет он служить. Вот какому знамени присягает. Русский юноша Краснов, украинец Кучеренко, белорус Киселев, казах Абдулаев, латыш Лацис, эстонец Куслак, армянин Гапаян, таджик Курбанов, сыны дружной семьи советских народов клянутся защищать свою родину мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. В эту торжественную в жизни молодого человека минуту его осеняет великое знамя Ленина-Сталина. Революционное красное знамя. Как песня свободе взвелось оно над восставшим броненосцем Потемкин. Выстрелы Потемкина были первыми выстрелами революционной армии. Простреленное, но непобедимое трепетало это знамя на баррикадах 5-го года. Вело питерских рабочих на демонстрации и Красную гвардию на решающий бой в октябре 17-го. Как самую дорогую святыню вручили путиловцы знамя своих боевых дружин солдатам Павловского полка, перешедшим на сторону революции. Залп «Авроры» провозгласил начало новой эры в истории человечества. Рождалось новое государство, новая власть, истинно народная советская власть. У колыбели ее стояли Ленин и Сталин. Социалистическая революция совершилась. Опираясь на волю рабочих, солдат и крестьян, съезд Советов берет власть в свои руки. Первым декретом советского правительства был декрет о мире. Да, мы хотели жить в мире и труде. Но нам не дали мирно жить. Немцы вторглись на советскую землю. Революция в опасности. Немцы грозят Петрограду. К оружию, товарищи! К оружию! Созданные Лениным и Сталиным, уходили на фронт молодые красноармейские отряды. И 23 февраля 18 года под Нарвой и Псковом встретились с немцами и заставили оккупантов показать свою спину да сверкнуть пятками. Этот день стал днем рождения рабоче-крестьянской Красной Армии. Декрет подписал Ленин. Формировались первые регулярные полки. Готовились к грядущим боям. Тревожное было время. Уже высаживались на русскую землю американцы. Непрошенные пожаловали во Владивосток японцы. Какое трогательное единение. Русские капиталисты, царские генералы, да японские самураи. Со всех стран мира слетались хищники, интервенты, войска Антанты, чтобы растоптать с солдатскими бутсами революцию, задушить молодое советское государство, да урвать при этом себе из русской земли кусок пожирнее. Французы в Одессе. Англичане в Архангельске. Немцы в Киеве. 14 иностранных держав огненным кольцом окружили Советскую Республику. Захватчики топтали наши поля. Жгли. Убивали, вешали.
Вот документы. Они обличают. Об этом никогда не забыть. Террором и голодной блокадой хотели интервенты задушить первое государство рабочих и крестьян. В те грозные дни Ленин, как всегда, говорил народу правду. Социалистическое отечество в опасности. Все на защиту отечества, все на фронт. Ленин сам провожал красноармейские отряды. Уходили на фронт пролетарии Москвы, коммунисты, комсомольцы, сыны трудового народа. Уходили защищать революцию. На командном пункте Ленин и Сталин. Там, где было особенно трудно, на самые опасные для революции фронты, партия посылала Сталина. Под Царицыным и под Пермью, под Петроградом и против Деникина, на западе против Панской Польши и на юге против Врангеля, всюду Сталин руководил решающими боевыми операциями Красной Армии. Сталин в Царицыне. Волжский город превращен в крепость обороны. Здесь родились бессмертные сталинградские традиции – стоять насмерть и верить в победу. Опасность на Урале. Там Колчак. Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Наши войска ведут бои с армией Колчака. Он спешит соединиться с английскими войсками на севере. Чтобы ликвидировать катастрофу под Пермью, партия посылает Сталина и Дзержинского. Сталин быстро и решительно восстановил положение. Теперь угроза на северо-западе. Поддержанный английской эскадрой Юденич прорвался к Петрограду. Сталин организует разгром Юденича. Бегут русские белогвардейцы в английских шинелях. А на юге уже кипели жаркие бои с французским наймитом Деникиным. Сталин создает первую конную. Легендарную конную Буденного и Ворошилова. Выполняя стратегический план Сталина, первая конная, поддержанная войсками Южного фронта, разгромила Деникина. И вот уже освобожденный Донбасс шлет первый эшелон с углем Москве.